Мои мама с папой, они эстрадные певцы. Вообще у них очень интересное созвучие, когда они вместе поют. Это очень красиво. Мы любим собираться прямо возле дома, ставить большие столы, много вкусной еды и доставать гитары. И петь просто до ночи. Вообще, когда меня крестили в церкви, было так забавно, потому что я так сильно кричал, что батюшка сказал, что он у вас точно будет певцом. И, наверное, он не прогадал. Сейчас я работаю в Центральном военном оркестре. Я играю на саксофоне, еще вдобавок к тому, что я пою. Я в первый раз участвую в таком масштабном проекте. Конечно же, я волнуюсь, но я считаю, что ты в какой-то степени должен немножко переживать, чтобы выступить хорошо и показать все, на что ты способен. Ой, смотри, мальчишка. Это по вашу душу. Здравствуйте, меня зовут Алексей Осичев. Я приехал из солнечной Молдавии, из Приднестровья. Я хочу сказать, что когда я пою эту песню, с каждым разом я будто проживаю маленькую жизнь. Голос немножко похож на Чумакова. Я хотел бы, чтобы мы сейчас все прожили маленькую жизнь в этой потрясающей песне. А голос приятный такой. Да, приятно, такой когда разговариваешь. Чуть-чуть сипацой такой, мягкий такой. Ну, приятный такой, сочненький. Да. Темп. Выглядит хорошо. Я это люблю вообще. Но это же песня Алексея Чумакова. Я ждал всю жизнь. Офигеть, да? Считая расстояние длиной разлук. Я ждал всю жизнь. Меняя ожидания на испуг и боль. Только раз разглядеть и понять, тебя среди сотен узнать, встретиться взглядом, ни жестом, ни слогом. Познать и успеть, родные глаза посмотреть. Все, что мне нужно сегодня от Бога. Я ждал всю жизнь, держа твой мир в ладонях и тянь. Я ждал всю жизнь, бродя среди посторонних, искав одну тебя. Только раз разглядеть и понять, тебя среди сотен узнать. Встретиться взглядом, ни жестом, ни слогом. Только раз распознать и успеть, в родные глаза посмотреть. Все, что мне нужно сегодня от Бога. Я ждал всю жизнь. Браво! Да! Спасибо большое. Спасибо. Давайте посмотрим, сколько голосов отдали наши эксперты Алексею Осичеву. Yeah.
Да, в этот момент, когда появилась надпись 87 голосов, можно сказать, мать стены сказала «мало». Мало. Почему мало? Маловато? Ты встала одной из первых. Да, я встала. Человек еще не успел даже три ноты спеть, ты уже встала. А мне все понятно. По этим трем нотам мне понятно. Мне понятно, что здесь великолепный тембр, бешеная музыкальность, очень крутое владение голосом. Все то, что мне нужно. Все то, что было у Чумакова, перешло к нему. Нет, нет. Вот именно как раз я хочу сказать, что другая фразировка, другое прочтение. Ну, совсем же менять песни тоже нельзя. Да, человек вырос на Алексее Чумакове. Господи, Леш меня убьет, наверное. И вчера... Молодой человек, я вас видела в оркестре, в одном оркестре, где вы играли на саксофоне. Это потрясающий саксофонист. Спасибо большое, спасибо. Он еще и саксофонист. Ну, сейчас я подошел к Нодар Реви, он сам был участником нашего первого сезона, теперь он уже сидит на стене. Алексей, сколько вам лет? 21 год мне. 21. 21. Мне 21. Я уже всего достиг. Нет, нет, еще не все. На самом деле, у вас высокая культура исполнения. Огромное внимание уделяете слову, нотам. Вы большой молодец, правда, 87 – это мало. Так что, пожалуйста, дорогие коллеги, уделяйте больше внимания таким талантам. Круто. Да, спасибо скажи большое, мне, спасибо, спасибо. Между нами это не для эфира. У нас в третьем сезоне была твоя бывшая девушка. Ты вернулся к ней, нет? Нет, но я надеюсь, другая бывшая придет. А, еще одна? Ну что ж, Нодар, желаем вам все-таки быстрее найти вторую половину. А вот наш выдающийся поэт Симона Сиашвили сидит в красном углу. Почему, Симон? Отдаю микрофон. Это очень красивая песня, и она была спета, в принципе, хорошо. И я уверен, что она очень тронула женскую аудиторию, именно таким образом, как она была спета. Но мне почему-то показалось некоторое напряжение в манере исполнения. Мне казалось, что какие-то моменты вот были то ли специально, то ли не получилось по-другому, трудно спеты. Возможно, таким образом хотелось передать эмоцию, но мне это не показалось правильным и естественным, поэтому я не встал. Но у нас... Есть стена экспертов, а есть стена плача. Я бы сказал, уголок, уголок. И вот здесь находится у нас потрясающий продюсер Анжелика Алферова, которая прямо разрыдалась, когда увидела тебя. То ли вспомнила бывшего, то ли... Что случилось? Что сделал этот молодой человек, что ты у нас вся в своих бриллиантовых слезах? Я скажу коротко, но ясно. Вот так должно быть в музыке. О, да. Вот так должно быть. И да. По-другому никак. Никогда я просто так не плачу. Ничего я сюда не капаю для того, чтобы прислонять и плакать. Это может быть только настоящая музыкальная, профессиональная эмоция. Мы очень часто музыку путаем с модой. Вот так должно быть. Давайте это запомним. Ну что ж, Сергей. А я вот что скажу, друзья. На самом деле, конечно, очень красивый тембр, голос замечательный, но мне кажется, вы случайно не брат Леши Чумакова, нет? Не, мне часто задают этот вопрос, но нет. Да, вот это вот немножко ложку дегтя. Дело в том, что если закрыть глаза, вас можно перепутать. Очень похоже. Я не знаю, плюс ли это для артиста, скорее это минус. Мне не хватило в вашем выступлении уникальности вас самого, потому что вы хорошая, безукоризненная копия. Понимаете, я вас конкретно... Я слышал Лёшу Чумакова. Более того, даже когда вы делали все мелизмы, вы даже лицо делаете, как он. Я Лёшу очень хорошо знаю, я много видел, как он работает живьем. Вы копируете даже мимику. Вот это плохо. Здесь нужно все-таки найти себя, потому что мы должны узнавать по голосу. Мы не всегда видим лица, да, артист в радио, к примеру. Мы не понимаем, не видим, но мы должны четко понимать, кто это. Безусловно, выступление очень качественное, голос очень такой глубокий, мясистый. Ну, то есть все звучало просто как пластинка, прям 100% стерильно. Ну, очень похоже на... Спасибо большое. Но я знаю, ну, да. Я знаю, что мне нужно искать просто себя. Просто достаньте чуть-чуть больше себя. У вас такие данные невероятные. 21 год. Спасибо, спасибо большое.
Сережа просто недоволен, что сначала копировали меня, а потом Чумакова. Как с меня-то? А потому что а меня нельзя не копируют, скопировать. Я такой один. Да, такой? Кто? Я. Тут каждый уникален в своем стиле. Вот правильно, молодец. Ну что ж, Алексей Осичев с результатом 87 баллов занимает центральное место в тройке лидеров, а Сергей переходит на третье место.